Началом событий 7 апреля 2010 года стали народные волнения, начавшиеся за день до этого в Нарыне и в Таласе. 6 апреля митингующие, собравшиеся в областном центре, освободили здание государственной администрации, управления внутренних дел и установили народную власть. 7 апреля тысячи людей собрались на центральной площади Бишкека, чтобы выступить против коррумпированного семейно-кланового правления. Незадолго до этого резко выросли тарифы на электроэнергию, связь и обострились социальные проблемы. 7 апреля народ выступил против произвола власти. Это произошло из-за того, что предыдущая революция, которая случилась 24 марта 2005 года, не оправдала ожиданий народа. А народ надеялся, что все изменится в лучшую сторону. Кыргызстанцы заново столкнулись с коррумпированностью чиновников, с прогнившей системой госуправления. Если бы не 7 апреля, народ восстал бы в другой день, потому что уже был готов. В тот день в результате открытия огня на столичной площади погибли 87 человек. Сотни получили тяжелые ранения. В результате народных волнений Курманбек Бакиев был свергнут, его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников бежали из страны. Кабинет министров ушел в отставку, власть перешла к временному правительству. И сегодня, спустя 11 лет, вопрос о том, оправдались ли цели и надежды апрельской революции, обсуждается всесторонне. Историки сходятся во мнении, что цели апрельской революции были достигнуты частично. Мы прошли три революции, и всегда требования народа выполнялись половинчато. То есть те люди, которые приходили к власти, не хотели полностью менять, например, политическую систему или менять политическую элиту. На государственном уровне, конечно, хотелось бы сказать, что еще лучше нужно работать, еще лучше нужно принимать решения, чтобы улучшить жизнь народа или изменить ситуацию. Мнения граждан о целях апрельской народной революции также разнятся. 7 апреля тоже это великая революция. Я бы хотел, чтобы была справедливость. День революции 7 апреля бойынша тасир тигизде ого кыргыз эли астына кетип атат да. Да, это печально, да. Ну, вы знаете, у нас уже после этого и третья революция прошла. Мне жалко этих людей. Чашпалдар, талчуктай ол чумай келерчи. Тынчтык болсун, согуш болбосун. Ошол күндөн Кыргызстанда турмуш өзгөрдү. Бийлик эл менен эсептешкенге барып калды. Баштарын сайган биздин азамат баатырларга таазим. С момента обретения Кыргызстаном независимости крупные народные волнения происходили трижды. Были свергнуты три президента. По словам экспертов, главная причина в том, что власть имущие не извлекли уроки из прошлого. Коррупция, глубоко укоренившаяся в государственных органах, нечестные выборы и ряд других причин способствовали и октябрьским событиям прошлого года. Кыргызстан ардаим был иркинель. Мы должны извлекать уроки из прошлого. Кыргызы – это свободолюбивый народ. Мы всегда боремся за свободу и справедливость. Эти события показывают, что наш народ никогда не станет прогибаться ни под кого. После событий 2010 года 7 апреля в Кыргызстане был объявлен днем народной апрельской революции и является нерабочим днем. И по словам историков, для того, чтобы оправдать надежды прошлых событий, дальнейшие шаги должны быть сделаны только на благо народа, государства. Бегаим Бегалиева, Самат Осипов, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.